Беларусь активно возводит инфраструктуру к европейским играм, которые примет наша страна в 2019 году. Некоторые объекты сегодня проинспектировал премьер-министр. Студенческая деревня на время соревнований станет олимпийской. Но самое большое общежитие комплекса в стадии строительства. 25-этажное здание рассчитано на 1800 человек. На нижних этажах столовая, зал собраний, помещение для занятий спортом. Андрей Кобяков поручил ускорить работы, чтобы к концу следующего года объект был сдан под ключ. В новое здание вскоре переедет спортивная медицина и наука. Республиканский научно-практический центр спорта готов на 50%, но первых клиентов должен принять уже осенью 18-го. Здесь будут проходить обследования и восстанавливать силы действующие чемпионы и подающие олимпийские надежды спортсмены. Медицинские обследования и комплексные научные обследования будут здесь в одном здании. То есть для спортсмена сегодня будет удобно, если он сейчас по нескольким, так сказать, местам проходит медицину отдельно, науку отдельно, то все будет объединено в одном комплексе. Волейбол, баскетбол, дюдо и борьба. Соревнования по этим дисциплинам сможет принимать многопрофильный спортзал по игровым видам спорта, который строится на востоке столицы. Из-за ошибок проектировщика работы затянулись, но до конца этого года комплекс должен быть сдан.